Это фирма «Ситипол», которая почти 20 лет с успехом занимается дистрибьюцией редукторов с механическим приводом итальянской фирмы «Ситиспа». Фирма находится в Мильовицах. Это небольшой городок недалеко от города Радом. Здесь размещается склад площадью 1300 метров, а также цех по монтажу червячных редукторов. Во время монтажа редукторы проходят контроль качества, проверяются отдельные узлы и детали. Контролеры – это опытные и хорошо квалифицированные специалисты. «Ситипол» с самого начала своей деятельности сотрудничает с наилучшими на рынке поставщиками узлов и деталей, используемых в редукторах, таких как подшипники, сальники, благодаря чему конечный продукт имеет высокое качество. Второй склад фирмы размещается в городе Кошали. Здесь находятся детали для производства транспортеров и оборудования известного бренда испанской фирмы «Аве». Ассортимент насчитывает около 8 тысяч позиций. Ленты к транспортерам имеют сертификаты качества и могут работать с различными пищевыми и промышленными группами товаров. По заказу клиента «Ситипол» производит монтаж модульных лент. Также в Кошалине происходит монтаж зубчатых редукторов. «Сити» имеет 5 типов таких редукторов с различными механическими размерами. Вся гамма товаров находится на складе, благодаря чему «Ситипол» в состоянии реализовать каждый заказ. Фирма обладает всеми необходимыми механизмами, оборудованием, транспортом. Наш девиз – хорошая работа, хорошее сотрудничество. «Ситипол» – это хороший выбор.